нас сегодня ждет съемка для весенней обложки. Она будет в стилистике космической. Плюс мы туда добавим в образы немножко гламура за счет блесток и таких вот всяких сияющих текстур в макияже. Вот. Так что ждем наших девочек и идем сниматься. Меня зовут Кристина, мне 9 лет. Значит, ты первый раз, да? Да, я первый раз. И как тебе? Мне пока нравится. Мне нравится все в сегодняшнем образе, колготки и макияж. Ты можешь нам рассказать фотосессию твоей мечты? Вот если бы ты сама придумала какую-то фотосессию, что это было бы? Гимнастическая. Спортивная? Да, спортивная. А вообще, вот как ты думаешь, зачем нужно ходить на фотосессию? Чтобы быть популярной. Может быть. Классный ответ. Ну давай такой философский вопрос. Что делает тебя счастливой в жизни? Гимнастика и рисовать. Либо в телефоне, либо в планшете, либо в компьютере. Рисовать, короче. В общем, ты творческая натура, да? Так? Меня зовут Лиза, мне 12 лет. Кто главный фанат твоих фотосессий? Моя подруга Вита. Как ты думаешь, зачем нужно ходить на фотосессии? Чтобы получить фотки, чтобы раскрыться. У тебя много уже фотосессий в коллекции? Да. Какая твоя самая любимая? Может быть, несколько любимых? Не знаю, мне все нравятся. Кто делает тебя счастливой? Сюрприз какой-нибудь. Показы меня делают счастливой. Как ты думаешь, в чем твоя уникальность? В ресницах. Вика, привет. Привет. У тебя есть, вот ты была уже много раз на фотосессии, есть какая-то одна съемка, которая тебе нравится больше всего? Везде отдельно все нравится. Где-то макияж, где-то одежда. Вот, допустим, сегодня мне нравится макияж. Да, очень красиво, что пробивает. Да, и сам визажист тоже нравится. А кто главный фанат твоих фотосессий? Кому, может быть, с кем-то ты делишься, показываешь фотографии? Подружки, мама, семья, брат, может быть? Ну, брат маленький еще. Мама у меня и так там сама смотрит. Да. Ну, мальчик. В чем твоя уникальность? Не знаю, мне что-то говорили все, ну вот родственники, они со мной живут же, то, что в улыбке. Ты чувствовала в себе какие-то изменения, вот когда ты стала ходить на фотосессии? Если да, то какие? Ну, может быть, больше я стала любить там сниматься, фоткаться, да. Раньше уже там с детства мама очень часто водила какие-то съемки, сама у нее там снимала меня, и мне это надоедало. Я уже выросла такая, все, не буду фоткаться. А потом начала ходить на съемки в журнале, и мне стало нравиться. Супер. А как ты думаешь вообще, для чего нужно ходить на фотосессии людям всем? Ну, детям, не знаю, взрослым. Там открытые. Взрослые там ходят, но для себя. Им нравится, чтобы у них были красивые фотки в Инстаграме, ВК.